на высоком берегу, возле леса, на лугу. В домиках живут два брата, очень дружные ребята. Первый брат зовется Жи, дружат с ним в лесу стрижи, а второго малыши величают братцем Ши. Вспомнил утром братец Жи: прилетят ко мне стрижи. Захотел прибить дощечку перед домом на крылечко. Стал он думать, догадать, как же имя написать? И решил спросить про это Жи у брата Ши совета. Жи пришел к лесной глуши, где и жил его брат Ши. Вот обрадовался Ши, что увидел снова Жи. Жи тут брату рассказал, для чего его искал. Ши позвал своих друзей: собирайтесь поскорей! Соскочили мыши с печки, белка с шишкой на крылечке. Вдруг, раздвинув камыши, появились и ерши. И спросил тогда их Жи: подскажите мне, друзья, как писаться должен я? И ответил брату Ши: с буквой И и ты дружи, потому что Жи и Ши пишут только с буквой И. Тут и вспомнил братец Жи, что чижи, стрижи, ужи, и ужи, и камыши, и ерши, карандаши, уши, лужи, этажи, мыши, крыши, шалаши пишут только через